heaven on earth. Мы все больше и больше убираем Бога из нашего общества. Но так к нам придет еще больше тьмы. Если вы уберете голос церкви из общества, это куда больше, чем красивые проповеди. Церковь — это свет и соль. И она следит за тем, чтобы общество не заржавело. И не заржавели ценности общества. Если вы думаете, что Иисуса это устраивает, тогда вы ничего о нем не знаете. Церковь — это его невеста. За нее он умер. Церковь — это то, что он сам родил. Он не может что-то родить, а потом взять и закрыть это. То, что сейчас происходит, определяет будущее всех нас. А вы можете сидеть в стороне и критиковать всех, или же вы можете поучаствовать в жизни того места, где вы находитесь. Поучаствовать как соль и свет. А что станется, если церковь будет закрыта? Я знаю, что вы не в порядке. Я знаю, что овцы разбрелись. Молодым людям очень сложно сейчас. Речь идет о благополучии наших людей, поэтому давайте молиться все вместе. Давайте молиться за церковь. Давайте молиться за то, чтобы церковь была церковью. Потому что мы не можем исполнить призвание Христа в изоляции. Мы нужны друг другу. Мы приветствуем наших зрителей на каналах ТБН, ТБН ЕТУ, One Gospel, YouTube Live, CRC Online, Facebook и в исправительных учреждениях, а также всех наших радиослушателей. Мы приветствуем всех наших зрителей по всему миру. Каждую неделю нас смотрят миллионы россиян. Какая огромная честь! Бог открыл для нас эту дверь в такое непростое время. Привет, Израиль, Америка, Европа, Индия, Китай и все наши африканские братья и сестры. Это наше время. Время подняться и сиять во имя Иисуса. Давайте еще раз прославим Господа Иисуса во имя Иисуса. Аллилуйя. Пусть Бог благословит всех, кто сегодня в этом зале. Вера, я вижу здесь тысячи. Весь зал наполнен, и остались только стоячие места. Стоячие места только для хейтеров. Скоро, совсем скоро, мы вернемся в нашу церковь и будем славить Бога. Мы не будем ничего бояться, и нам больше никто ничего не будет диктовать. Могу я услышать ваши аминь? Присаживайтесь и откройте свои Библии на 20 главе Деяний апостолов. Сегодня вас ждет одна из самых важных проповедей за все время моего служения и одна из самых противоречивых. Это будет не на этом канале. Пожалуйста, не обижайтесь на нас, но это будет на канале Фейт. Я буду говорить о законах, правилах и постановлениях. Я хочу ответить на вопрос о том, нарушал ли Иисус правила. Я буду проповедовать на основании Римлянам 15 главы, самой недопонятой и часто цитируемой религиозными деятелями, чтобы заставить христиан сдаться. Не нервничайте. Со мной все хорошо, потому что я в слове. В прошлое воскресенье, когда я увидел, как сотни машин уехали домой, так и не поклонившись Господу, один пастор рассказал мне, что одна женщина на Порше отказывалась уезжать. Она просто сидела и плакала. Говорят, что нам нужно что-то изменить. Дело не в этом. Мы ей все же послужили. Но сколько было других женщин в тот же день, и они не получили помощь, потому что наши церкви закрыты. Если вы хотите, чтобы церкви открылись, скажите «Аминь» и воздайте хвалу Господу. В спортзале на этой неделе три разных женщины подошли ко мне.
Я уже говорил об этом частично, так что давайте вначале о хорошем. Я хожу в спортзал и остаюсь на связи с грешниками. Они нуждаются в том, чтобы мы были с ними. Прославьте Господа! Я считаю, что пасторы, которые все время только в церкви, теряют связь со страждущими и с сегодняшними реалиями. Но я не только поддерживаю форму, это еще и мое поле служения. Однажды ко мне подошел один бизнесмен и сказал, что хочет пожертвовать 100 тысяч масок для нас, чтобы мы раздали их по своему усмотрению. Слава Богу за это. Мы отправимся на автобусные станции, в больницы и раздадим то, что он так щедро пожертвовал. 100 тысяч масок, чтобы люди оставались в безопасности. В тот же день ко мне подошла женщина. Я видел ее и раньше, но в этот день она подошла ко мне, и она была в маске, в шляпе. Она увидела меня и начала плакать. Прямо там, в спортзале. Я спросил, «Ну как, ваши дела? Я не видел вас целую неделю». Она ответила, «Я провела неделю в больнице, потому что мой парень ударил меня бутылкой по лицу». Я написал заявление в полицию, но они ничего не сделали. Я сказал, «Рассказывайте, рассказывайте, дайте мне номер дела. Мы не позволим ни одному мужчине обижать женщин в нашей стране. Женщины, если вы переживаете насилие, свяжитесь с нами. Мы будем сражаться за вас. У нас есть хорошие юристы. Мы защитим вас. Мы хотим, чтобы женщины и дети в ЮАР были в безопасности. Аминь». На следующий день я спросил у одной женщины, как ее дела. Она владелица бизнеса, и она тоже начала плакать. Я помолился за нее прямо в спортзале, и когда я уходил от нее, другая женщина прикоснулась ко мне. Когда люди в отчаянии, их не волнует социальная дистанция, все это полная ерунда. Она сказала, «Можете за меня помолиться?» Как я мог отказать? Она сказала, «Мы лишились всего. Мы потеряли бизнес, потеряли наш дом и все остальное». Во время этого локдауна. Но вы обещали, что это будет год восстановления. И вчера мой муж получил работу, которая приносит ему в 1,5 раза больше, чем он когда-то зарабатывал. Мы должны знать, что люди разбиты. Людям нужна церковь. Им нужен Бог больше, чем раньше. Я скажу это каждому хейтеру на телевидении, каждому лицемеру и каждому, кто против церкви. Я больше не могу это терпеть. Я буду делать то, о чем говорит Иисус. Я больше никому не откажу в помощи. Потому что Иисус сказал, «Приходящего ко мне не прогоню». Возможно, после сегодняшнего собрания у каких-то пасторов будет больше смелости, а у нас больше врагов, но это не страшно. Ненавидящие Бога всегда будут ненавидеть во время принимать решения. Это время для принятия решения. Мы пройдемся по Библии, и я покажу вам послание к Римлянам, 15 главу, ну и 13. Там сказано, что нужно бояться власти. Если вы делаете это, открытие церкви с соблюдением всех мер — это не зло. Это хорошо, и это необходимо, и это оправдано. И это произойдет, блогеры, так что идите работать. Скажу аминь. Давайте уже перейдем к нашей проповеди. Итак, все мы еще живем в эпоху пандемии. Я хочу поговорить с вами о Святом Духе, о хождении с Богом. Потому что это ключ к успеху. Как делать шаги веры под руководством Господа? Весь мир столкнулся с трудностями, но и каждый из нас лично столкнулся с трудностями. Я хотел бы поговорить об отношении посвящения. Иногда люди хотят, чтобы Бог направлял их, но они
не посвящены тому, чтобы проводить время с Богом, читать Слово и молиться. Это базовые вещи. И когда Бог говорит к ним, они не слышат этого. Давайте поговорим об этом годе восстановления и о том, как мы будем проходить его успешно, как нам быть на связи со Святым Духом и как понимать, когда Он говорит к нам. Если Бог направляет, то Он и обеспечивает. Аминь. Итак, Деяния, 20 глава, 22 стих. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, можете сказать, будут времена, когда я не буду знать. Мы не все знаем, но мы знаем того, кто держит будущее. Поэтому наше будущее в безопасности. Итак, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». А в переводе «страсть, от которого я в восторге». Кому-то из вас он не нравится, но с ним все в порядке. 22 стих звучит так. «А теперь Святой Дух побуждает меня, а вашего пастора Дух Святой побуждает открывать церкви, соблюдая при этом безопасность. Я не могу это отрицать, я больше не могу сидеть и ждать, пока кто-то решит судьбу церкви. Государство не имеет права контролировать судьбу церкви. Так мы оказались в апартеиде. Я решил одеться сегодня в зеленое, чтобы излучать радостное, но мирное настроение. И я хочу сказать вам, что мы не собираемся больше уступать. Я говорю не о бунте, о праведных действиях ради целей Христа, чтобы мы могли собрать людей и поклоняться Богу в безопасности. Мы уже доказали, что в этом здании нет ковида. Мы все дезинфицируем и после собраний. И у нас есть научные доказательства того, что мы можем открывать свои здания. И мы будем сражаться за свои права в любом суде и обязательно победим. «Пастор, ну не нужно идти в суд». Но ведь Павел использовал законы Рима для своей защиты, поэтому и не говорите мне такого. Я буду использовать закон для защиты церкви. Спасибо за три аминь. Знаю, что тут всего четыре человека, но хотелось бы при этом и четыре аминь услышать на то, что я сказал. Итак, а теперь Святой Дух побуждает меня отправиться в Иерусалим, не зная, что со мною там будет. Да мы все всего не знаем. Но мы знаем, что однажды мы все предстанем перед Иисусом Христом. Нет, я не буду лезть на самый верх. Мы все будем стоять перед Иисусом, и мы все дадим отчет за нашу жизнь, не за то, как мы прожили, а за то, как Он запланировал нашу жизнь. Это означает, что нам нужно отношение посвящения. Вот о чем говорит здесь Павел. Он говорит, «Я связан в духе». Это означает, что моя жизнь больше не принадлежит мне. Я посвятил себя Богу и Божьей воле. Нам постоянно приходится принимать решения. И то, что хорошо сегодня, может не подойти завтра. Не все хорошие идеи — это идеи от Бога. Если нам нужно водительство Святого Духа, то в первую очередь нам нужно посвящение. Пастор, а что это означает? Это означает подчинить себя воле Божией для моей жизни. Например, я изучал закон. Я хотел быть юристом, а потом политиком, но ко мне пришел Бог и спас меня. Он призвал меня в служение. И за 34 года на посту пастора я много раз слышал, «Ты совсем не похож на пастора». Но, может, именно поэтому Бог и призвал меня быть пастором, чтобы внести какое-то разнообразие. Я совсем не хотел быть пастором.
Но Бог призвал меня, и если говорить о том, что мы связаны в духе, это означает посвящение и подчинение господству Иисуса Христа. Это означает следовать за Христом и за тем, что выше ваших личных интересов. Посвящение означает, что вы отделили себя от чего-то для чего-то. Как покаяние означает отвернуться от чего-то и повернуться к кому-то. Этот кто-то — это Иисус Христос. Молитва, которую Иисус произнес в Гефсиманском саду, когда его пот был как капли крови, было послушание воли Божией. «Да будет воля Твоя, а не моя». Он трижды молился об этом. Это самая тяжелая молитва для христианина. Но именно эта молитва открывает вас для водительства Святого Духа. Вы можете быть диким скакуном и хотеть, чтобы Бог направлял вас на ваших условиях, но так не бывает. Мы поговорим не о вашем спасении, а о водительстве Святым Духом. А начинается все с подчинения, и это правда. Да будет твоя воля, а не моя. Иногда ваша воля хочет увести вас в определенном направлении. Но Божий план всегда большим, и в центре этого плана всегда Царство Божие. Его план всегда нацелен на то, чтобы помогать человечеству и делать его лучшим. Вот для чего пришел Бог. Мир, земле и благоволение всему человечеству. И когда мы переключаем фокус с главной цели, мы теряемся в этом мире. Нас начинают контролировать наши нужды, желания и наш образ жизни. А мы хотим, чтобы Бог вел нас, независимо от нашего посвящения. Послушайте, посвящение дорогого стоит. «Пастор, а чего мне это будет стоить?» «Это будет стоить вам, вашей жизни, ваша жизнь, за его жизнь. Я связан духом, я больше не начальник своей жизни. Я подчинился Иисусу не только как моему Спасителю, но и как моему Господу, моему Искупителю, моему Царю. Аминь». Итак, Павел демонстрирует отношение посвящения. А во-вторых, он говорит, что не знает всего. А кто знает? А вот почему Иисус говорит не переживать о завтрашнем дне. И не переживать о том, что мы будем есть или пить, потому что жизнь больше всего этого. О какой жизни он говорит? О жизни, которую Бог запланировал для вас. Я знаю, что из-за этого ковида многие люди озабочены, полны тревог и волнений, и поэтому они допускают ошибку, о которой пишет Иаков. Будьте осторожны, когда говорите: «Завтра мы отправимся в такой-то город и займемся там бизнесом». Лучше говорить: «Если Господь позволит». Вы можете выйти из воли Божией, и это может стоить вам вашей семьи. Вы можете выйти из воли Божией, и это может стоить вам вечные награды. Все мы однажды предстанем перед Иисусом, и мы хотим услышать: «Молодец, добрый, верный слуга». Ведь так? Поэтому я не обращаю внимания на дизлайки или лайки людей в Твиттере или других соцсетях. Все это не важно. Не они мой судья. У меня есть только один судья, только один царь, только один законодатель. Он Бог праведный. Он послал к нам Иисуса Христа и сказал: «Вы прощены, оправданы и праведны, и у вас есть будущее». Так давайте возьмем время и принесем этому удивительному Иисусу жертву хвалы, потому что Он достоин нашего поклонения. И сейчас я призываю вас прославлять Его. Номер два, хотя нет, это уже номер три на сегодня. Павел говорит: «Я посвящен». Я посвятил себя тому, чтобы финишировать в силе. Очень много хороших начинаний, но важно хорошо закончить, не так ли?
Именно поэтому мы будем сражаться за наши церкви. Не за здания, а за церкви. Я знаю, что церковь — это не здание. Больше не говорите мне этого. Спасибо. Это то же самое, что сказать, что семья — это не здание из кирпичей, а больница — это не здание. А то, что там происходит, а университет — это не здание, а образовательный процесс, который там происходит. Прекратите эту бесполезную религиозную риторику. Церковь — это не здание, но церковь собирается в здании, как и вашей семье нужен дом. Если вы так не верите, то продайте свой дом и пойдите жить под дерево, как счастливая семья. Итак, мы хотим финишировать сильными. Эта пандемия очень сильно отразилось на следующем поколении. Сатана всегда охотится на следующее поколение, на наших сыновей и дочерей. То, что произошло в ЮАР за последние 10 лет, просто сносит крышу, но при этом христиане спят, принимают законы. Происходят такие вещи, с которыми не согласен ни один родитель, но они все же происходят. А в это время христиане просто воюют друг с другом. Церковь — это не здание. А в это время люди умирают без Иисуса, они сломлены. На прошлой неделе ко мне подходили 4 женщины, и все они плакали на людях, не стесняясь. Другой человек сказал мне: «Мой друг дважды пытался покончить с собой, а у него 3 детей. 2 раза за 3 месяца. Человек дважды пытался покончить с собой. Вы думаете, что самоизоляция — это что, хорошо? На самом деле, это адское тюремное заключение. Худших преступников изолируют от всех, чтобы сломить их эмоционально. Вы думаете, все, что сейчас происходит, не было организовано приспешниками ада? Разве верующие могут с этим мириться? Мы должны спасать людей, а они при этом осуждены на всю вечность». Я не хочу ни с кем воевать. Я воюю только с неправедностью. Грех и неправедность — это разные вещи. Грех никак не задевает церковь. Это делают неправедные люди, фарисеи. Одна женщина рассказывала, что приехала домой и, выйдя из автобуса, увидела пивную, в которой была 1000 человек. Я спросил, где была полиция. Она ответила, что полиция ездила по улице и ничего не предпринимала. А если в здании церкви, которая вмещает 7000 человек, собралось больше 50 человек, полиция уже тут как тут. Почему? Мы больше не будем с этим мириться. С нас хватит. Нас это больше не устраивает. Мы больше не будем с этим мириться. Мы будем использовать все пути. Первый путь — это молитва. Во-вторых, мы 8 раз общались с нашими властями. Сейчас мы договариваемся о финальной встрече. А потом мы будем использовать все возможные пути, чтобы открыть церкви для людей. Как долго дети Божии не были в Божьем присутствии? Целый год! Наши залы пусты! По воскресеньям мы кормили 1000 людей, а сейчас это невозможно. А вы хотите остаться религиозниками посреди такого эмоционального кризиса? Итак, мы хотим финишировать в силе. А затем Павел говорит о водительстве Святого Духа. Именно на этом я хотел бы сфокусироваться сегодня. Павел говорит: «Примите то, о чем свидетельствует Дух Святой». Хочу сказать вам, что Дух Святой никогда не говорит к вашему разуму. В 1 послании к Коринфянам сказано, что объединившийся с Господом есть один Дух с Ним. А где находится Бог? Он с вами и в вас. Но где Бог говорит с вами? В вашем духе. Он говорит с нами все время, но мы его не слышим. А почему? Потому что мы привыкли думать о естественных вещах. Нас со всех сторон атакуют СМИ, новые правила и ограничения.
Как видите, все мои мысли о сегодняшнем вечернем собрании. Слава Богу, что в годы апартеида христиане отказывались придерживаться установленных норм. По всей стране были знаки только для белых или только для черных, но нашлись чернокожие верующие, которые сказали: «С нас хватит, мы выходим на демонстрацию». Это, кстати, было противозаконно, но они все же вышли. Помните мирные демонстрации под руководством Мартина Лютера Кинга? Он сказал: «Эти нормы безбожные. Вы разделяете нас. Вы уничтожаете будущее наших детей, поэтому мы больше не будем повиноваться. Мы не будем стрелять в правительство, но будем защищать свои права. У нас в ЮАР тоже есть Билль о правах, есть Конституция, и мы будем защищать наши права, чтобы у наших детей было будущее и надежда». Могу я услышать аминь от христиан, которые готовы быть радикальными, как Даниил или Сидрах, или как Есфирь и Мардохей? Эти люди не побоялись подняться и заступиться за имя нашего Господа Иисуса Христа. Как же это славно! Аллилуйя! Итак, мы говорили о том, что есть вещи, которых мы не знаем, но мы можем иметь откровение. Бог послал нам Духа Святого, чтобы открыть нам это. Дух Святой пришел, чтобы ободрить нас, быть нашим учителем и помощником, и показывать то, что будет впереди. В Евангелии от Иоанна Иисус сказал, что Он придет и поведет вас к полной истине. В послании к римлянам сказано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Люди говорят, что Бог никогда не скажет не повиноваться каким-то законам. Приходите сегодня вечером и послушайте меня. Если закон — это зло, то лучше его нарушить. А еще быть готовым понести наказание. В апартеиде не было ничего хорошего. Это тоже был закон, который наносил вред достоинству и будущему, и людям пришлось восстать против него. Поэтому я думаю, что иногда христиане должны выступать против определенных вещей. Не нужно нервничать. Библия говорит бояться, если вы делаете зло, и не бояться, если вы делаете добро. Если правительство преследует вас за добро, то они ответят за это перед Господом. Если у них плохие намерения, то они ответят перед Богом. Иисус нарушал все права, чтобы делать что-то хорошее, и Он был распят злой Римской империей за добрые дела. И мы будем говорить о законе, правилах и предписаниях. Лицемеры, фарисеи и хейтеры будут сегодня шипеть, как змеи, уж поверьте мне. Вы еще со мною? Это хорошо. Я вижу в зале одного нашего юриста. Он, наверное, думает, к чему это я веду, но со мною все в порядке. Я просто читаю слово. Поэтому не нужно волноваться. Итак, Бог все время говорит с нами через Духа Святого. Бог не молчит, мы просто Его не слышим. А почему? Потому что мы настроены на волну этого мира, а не на Бога. Все очень просто. Бог не молчит, Он говорит. Но когда вы больше сфокусированы на естественном, чем на духовном, вы не можете слышать голос Божий. Помните молитву апостола Павла? Он писал: «Я молюсь, чтобы все ваше тело сохранилось непорочным, дух, душа и тело».
Вначале Бог освящает вас. Освящение означает отделение. Бог желает отделить вас для Себя, ваш дух, душу и тело, и сохранить вас в целостности, в духе, душе и теле, до того дня, как вы уйдете к Господу. Получается, что у вас есть три части. Если ваш разум сошел с ума и у вас безумные мысли, вы не сможете распознавать, что говорит Дух Святой. Именно поэтому я говорю людям, что лучше постить места из Писания. Не нужно постить свои эмоции. Если вы верующий, то лучше запостить хотя бы 5 стихов из Нового Завета. Иначе вы будете просто писать о своих эмоциях, о своем гневе, своей обиде. Верно? Или будете писать о своем мнении. Люди, которые хотят нас обидеть, называют нас Белой Церковью. Почему белый-то? Потому что я ее пастор, но из 126 тысяч членов этой церкви 70% — это чернокожие, а то и 75%. В чем тогда вообще проблема? Может, во мне? В том, что я розовый? Забудьте о своем расизме. Аминь. Насколько я помню из Библии, Богу не важно, какого я цвета. Потому что Он не смотрит на внешность. А вы говорите только о внешних вещах. Давайте поднимемся и будем бороться вместе. Мы сражаемся и за вас, пасторы из сельской местности. Мы не против вас. Мы сражаемся за то, чтобы и ваша церковь открылась. Мы сражаемся от вашего имени. Поэтому не нужно нападать на нас, лишь потому что я розовощекий. Мне 56, и мне уже нечего терять. Со всем уважением хочу сказать, что меня не очень-то волнует, что люди думают или говорят. Но я знаю одно. Царство Божие регрессирует быстрыми темпами. Люди потеряны и разбиты. И каждый человек Божий, у которого еще осталось сострадание, должен подняться и сказать: «Хватит! Больше никаких политических игр, больше никаких религиозных игр, больше никаких тактик по дискредитации других братьев и сестер. Нужно, чтобы лидеры объединились ради целей Царства Божьего, ради погибающих людей. Скажу еще раз, откройте наши церкви, а мы будем соблюдать все меры безопасности. Вы меня услышали? У нас есть научные доказательства, что у нас безопасно. Я больше никого не буду отправлять домой. Никого. Да. Можете записать это и разослать всем. Покажите мне хоть одно местописание, где Иисус прогнал кого-то от себя. В первом послании к Коринфянам написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Если вы любите Бога... Кстати, вы можете любить Его лишь потому, что приняли от Него любовь. И Бог говорит, что приготовил для вас великие вещи. Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Затем сказано: «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, который приносит страх, сомнение и безнадегу. У нас не такой дух. Бог дал нам не духа страха, а силы, любви и здравого разума. А это означает, что даже во время ковида мы не сходим с ума, мы не сходим с ума и не атакуем наших братьев и сестер в теле Христа. Мы молимся за них. Прочту это еще раз. Но мы приняли не дух мира сего, а дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога».
где мы все это знаем, в нашем сердце, а не в нашей голове, дабы знать, но как? Через откровение. Откровение от кого? От Святого Духа. Бог дал вам Святого Духа, у вас есть Дух Святой. Не только у епископа или апостола, но и у вас есть Дух Святой, чтобы вы могли знать, что Бог приготовил для вашего будущего. Мы говорим о будущем, которое приготовил для нас Бог. Не о том, что предсказывают экономисты. Бог проведет вас через трудности, а Его благость и милость будут сопровождать вас, пока вы в долине. Бог будет готовить вам стол прямо на виду у ваших врагов. Он будет помазывать вашу голову свежим маслом. Он будет просвещать ваш разум. Бог даст вам силу и стойкость. Продолжайте двигаться вперед. Не воинством, не силой, а Духом Святым. Вам нужно посвятить себя Богу и быть чувствительными к тому, что у вас внутри, не к боли и обиде, а к голосу Святого Духа, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. То есть, всегда нужно возвращаться к Слову. Мы ведомы не пророчеством, а Духом Святым. А Дух Святой никогда не будет нарушать Слово Божие. Слово Божие — светильник для моей ноги и свет для стези моей. Итак, все мои решения должны соответствовать Писанию. Возьмем, к примеру, постановление. Когда можно нарушать постановление? Я могу привести вам 10 примеров из Библии, а еще я покажу вам, что за это вас ждут последствия. Мы не говорим о зле. Нельзя красть, убивать и делать другие злые вещи. Нельзя бить женщин. Если вы бьете жену, то мы не будем за вас молиться. Мы возложим на вас руки. Понимаете, в чем разница? Можете толковать это так, как хотите. Если хотите вести себя как законник, то мы поступим с вами по закону. Разве? Думаете, у христиан нет прав? Думаете, мы будем просто подставлять другую щеку? А? Иисус не говорил, что делать дальше после второй щеки. Не так ли? Мы не груши для битья, мы не легкая мишень. Может, мы и невеста Христова, но мы не легкая мишень. Которую можно просто взять и поколотить. Все знают, если вы тронете чью-то жену, то забудьте о титулах и званиях. Не просите меня вести себя как пастор. Аминь. Если вы ударили мою жену или моих дочерей, то столкнетесь с последствиями. Нет, такого не будет. Не нужно мне говорить, не воздавайте никому злом за злом. На этом мы, пожалуй, и остановимся. Некоторые люди так привыкли бить своих жен. Они говорят: «О, мне очень жаль». Нет, вам вовсе не жаль. Вам нужно посидеть в тюрьме и подумать о своих сожалениях, а потом еще и образумиться. Аминь. Итак, тут сказано, что все свои решения мы должны сравнивать с Писанием, если мы видим это в Писании, и не нужно вырывать стихи из контекста. Мы должны принимать проинформированные решения с помощью молитвы, советов, консультирования
и Слова Божьего. Иногда кажется, что Библия сама себе противоречит, но нужно учитывать контекст, если кажется, что есть какие-то противоречия. Но об этом мы поговорим вечером. Например, Деяния 5 глава, Римлянам 13 глава. Это яркий пример противоречия, если толковать эти места неправильно. Нужно изучить два слова — «добро» и «зло». Если вы делаете зло, то вам стоит бояться. Если вы делаете добро, то злые люди будут вас преследовать. И это не означает, что вы плохой человек. Я напоминаю, что Иисуса распяли не грешники, а религиозные деятели. Грешники просто грешат. Кстати, с грешниками общаться проще, чем с религиозными людьми. Вот почему я хожу в спортзал. Так, среди грешников я поддерживаю здравость ума. Там я могу свидетельствовать им. Поэтому мне жаль пасторов, которые всегда окружены только христианами. Мне вас жаль. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вы никогда не поймете Бога своим умом. Вы поймете его только с помощью Святого Духа. 2000 лет назад Бог послал Иисуса Христа на смерть ради вас. Когда вы принимаете Иисуса, Дух Святой поселяется внутри вас. Возможно, вы думаете, что вы еще никогда не отдавали своей жизни Иисусу, и вы не знаете, что вам делать. Положите руку на сердце и просто повторяйте за мною: «Господь Иисус, я отдаю себя Тебе. Я верю, что Ты умер за мои грехи и воскрес. Возьми мою жизнь в свои руки».